Я всех приветствую на канале CartoPlus, с вами Виталий. Продолжаем Россия против зомби 2. В общем-то, больше ничего интересного. 16 уровень, ну давайте смотреть. Выживите и защитите растения. Мы это уже проходили. Блин, надо было в Zen Garden зайти. Ну ладно, мы тогда это будем по-жесткому. Блин, тут пешутеры нужны обратные. Ну ладно. А у них... О, прикольно. Давайте вернем. Так. Ну, поставим два ореха. Блин, тут, конечно, жопа. Тут будут эти... На них, кстати, хорошо идет вот эта штука. Больше тут ничего, да, нету. Да. Буст сделать, это вообще можно все зафлудить этими штуками. Заморозчик. Да-да-да. Ну, в принципе, тут все стандартно. Курей нету, курей нету. Не знаю. Ну, обычные. Что тут Wild West? Что тут есть Wild West? Вообще, вот эти еще можно поставить. Мало ли зайдут, тут не зайдут. И, а, это не Wild West, да? Угу. Хер бы с ним. Так, вроде все. Блин, нормально, у нет ничего. Да, поехали. Но первым делом надо будет сейчас, конечно, поставить обратного. Это орешник. Без орешника мы никуда не улетим. Вот ждем орех, здесь его ставим. Вот, а дальше можно не париться. Мы, считайте, выиграли уже. Более с такими-то растениями, с бустанутыми. Это вообще не вариант. Блин, представляете, если 20 уровня докачать, он, наверное, его даже бустить не надо будет. Он просто будет бабло тебе делать. Максимальных количествах будет бабло. Давай сейчас мы увеличиваем количество бабла на душу населения. Так, здесь мы сейчас хотим этих везде поставлю ударников, а так вообще поставлю таких. Так, ударники, кстати, дешевые, но здесь поставил так чисто, чтобы было. Здесь мы еще этого поставим. Здесь мы еще этого. Еще. Че там, кого живут, где? Покажите мне их. А, кстати, да, я так и не поставил. Так, я тупо не успеваю. Я просто не успеваю ставить. Чуваки. Я не успеваю ставить. На вас, на всех. Я просто не успеваю реагировать. Вас очень много, парни. Вы очень наглые. Поэтому я вас приморожу немножко. А теперь буду спокойно ставить. Где вас там сколько? Вот так. Вот так. Здесь мы еще вот так сделаем. Еще одного сейчас такого же. Еще одного, чтобы вас там вообще... Нам же надо выжить. Нам же надо, чтобы эти... Чтобы тут все было хорошо. А как мы сделаем, чтобы выжить? Никак. Только если мы поставим кучу-кучу вот этих вот всяких мордоворотных всяких штуковин, которые будут простреливать всех вокруг. Нам бы еще здесь, да? Сейчас мы прострел поставим, чтобы вообще тут никто не прошел, не прорвался. Здесь я что-то совсем переборщил, но ничего. Мы сейчас их попытаемся немножко так вразумить. Блин. Ладно, давай.
прострел идет. Так. Блин, ну уже сажали, представляешь? Вообще оборзевшие твари. Их тут просто немерено. Хрен знает, что с ними делать. В каком количестве. Блин, у меня так сейчас сожрут, там уже прожрали все. Просто в хлам все прожрали. Я даже... Я тупо не успеваю вообще нихера делать. Давай мне эту... Подморозь, товарищи. Что-то их много прям. Прям неожиданно много. Давай там... Кукольный мешок надо поставить. Пусть они там пропукаются. Жесть. Уже такой сумбур везде. Давай, давай, все, свободно. Да, что-то под конец их вообще до хера вылезло. О, сожрали. Да, а почему сожрали? Я не увидел. Расскажите мне, почему сожрали? Вроде я там всех поставил, почему сожрали? А, я пододвинул, что ли, случайно, или... Блин, надо будет на видео посмотреть потом. Как-то я просрал неожиданно. Так, ну я теперь знаю, в чем косяк. Вот этих мудаков будет просто немерено. Поэтому ты тут особо не... Вот эти вот двойные, это хорошо. Это вообще бесполезная херня. Этих вообще бесполезная херня на данный момент. Морозить я всех, в принципе, успею. Эти не нужны. Их поставим, этих бустанем, чтобы было хорошо все. Бустанем поставим. Как это я так просрал, интересно, а? Что-то я даже не... Представляете, я даже не увидел. Удивительно. А, можно вот этого бустануть. Чё я туплю? Чтобы на него не тратить лишний раз. Поставил, приморозилось всех. Все. Блин, мне некого ставить атакующего. Я вот что думаю, надо какого-нибудь... Такую, знаете, артиллерию хорошую. Ну, по-хорошему, конечно, нужны арбузы. Они массово тут просто всем дадут просраться. Но вот эти арбузы очень дорогие, поэтому надо ставить обычные. Обычные арбузы тут хорошо зарешают. Вот, и нужно, чтобы какое-то такое... Атакер какой-то такой нужен, который пробивал бы по всем. Блин, ну тот неплохой, но блин, он такой медленный. Вот эта массуха хорошая. Ее поставить, да, вот это, кстати, хорошая хрень. Да, давайте попробуем в таком виде сыграть. Потому что вот эту хрень можно сзади поставить, она будет тут пробивать всех. Ждем, ждем. Я вообще вот здесь бы ставил, чтобы они там где-нибудь оживали как-нибудь без меня. Не-не-не. Парень, ты там не это. Мы сейчас тебя заприморозим. Поставим. Здесь мы поставим прокачанного чувака. Здесь мы поставим чуваков, которые будут сейчас выжигать всех. И все. В принципе, мне только выжигальщики нужны. В больших количествах. Блин, уже пошло уничтожение, да? Плохо. Ну ничего. Я хотел везде успеть проставить этих. Ну, придется тут как есть, так есть. Хотел везде арбузы проставить. А тут уже все. Уже мне начинают говорить, парень. Арбузы не пройдут. Арбузы это хорошо, но... Ты что-то... Мне не хватает орехов. Мне надо здесь 3 ореха. Выжигальщики и 3 ореха нужны. Нужны 3 ореха. Давай ставим 3 ореха.
Так, обратный чувак вот здесь пошел. Надо было раньше, кстати, думать про обратных чуваков, потому что это все очень плохо, то, что их тут нету. Так, с орехами что? Так, обратные чуваки, ладно, херня. Ага, так, обратный чувак вот здесь. Так, смотрим дальше. Давай, арбуз нужен, арбуза срочно не хватает. Ореха тоже не хватает. Так, тут пока прожигание идет нормально. Угу. Здесь мы, кстати, поставим, чтобы парни развлекались. Так, примораживаем. Ага, так, что у нас тут? Атакующих нет. Угу. Нужны атакующие. Такие парни могли бы очень... Так, пока что, что у нас тут еще? Давай сюда выжигальщика. Блин, нужны обратные чуваки, сейчас пойдут прыгальщики. Давай, 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 выкачивай, выкачивай быстрее. Так, обратные чуваки есть. Так, тут два, здесь не поставил одного, нужен один обратный чувак. Срочно, 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 вот они. Так, тут все пока живет. Хотя очень все очень тяжело идет, да? Так, пока что обратных. Так, что я тут занимаю место, мудаки? Надо их быстренько. О, что-то выкопал не того. Что, все? Фу. Все равно напрягся я. Потому что очень быстро идут волны. Очень-очень быстро идут волны. И надо все успевать тыкать, тыкать, тыкать. Tower Defense, да, Tower Defense. Ну вот, 16 левел. Смотрим 18. Все по-честному. Plan your defense and defeat the zombies. Zombies. План это, короче, за бабосы. Блин, курятники, я так и знал. Целых два курятника. Еперный. Ага, и солнце нельзя ставить, ну да. Угу. А что у них? Исчезают, появляются, исчезают, появляются. Прикол. Я не знаю. Что-то я не помню. Я помню, ну тут понятное дело, что вот эти нужны. Они будут просто курей поджаривать. В хлам. По бабосу 125, да, будет раз, два, три. Потом какие-нибудь нужны мощные чуваки, типа, ну блин, раз, два, три, я четыре смогу поставить и два арбуза, допустим. Арбузы я смогу двигать, да. Арбуз можно вот сюда поставить. Тут вообще на вот эти херни, наверное, надо поставить, а все остальное арбузами. Ну, арбузы, мне денег не хватит. И что тут бюджетный вариант нужен. А бюджетный вариант это либо вот эти, либо вот эти. Поджигатели далеко не жгут. Но тут жирных не будет. Тут будет только вот это мудило. Ладно, поставим, посмотрим. Орехов тут еще, может быть, влепим. Арбузы, может быть, зайдут, может, не зайдут. Это обратный. Обратные тоже могут зайти. Ну, это чисто для этого. Да. Бустить тут смысла нет, потому что это план. План and не план, короче говоря, так. Да. То есть везде здесь вот этих чуваков выставляешь. Обратные, да? Сколько у нас там? 1000 осталось. То есть если поставить чисто везде по арбузу, то у нас не хватает денег. Вот в чем дело. Да, а вот обратные, видишь, там будут летающие чуваки. Если везде поставить вот этих обратных, чтобы они не успевали жрать.
То есть чисто вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И везде поставить орешники. То есть, в принципе, можно вот в такой вариации выиграть. И нужен какой-нибудь этот. А тут у нас, в принципе, все просматривается. А ну. 250. Да. Ну, то есть, мы не знаем, да, где кто выйдет. Нет, не знаем. Ну, то есть, можно среднюю линию тупо защищать. Мало ли там какая херня. То есть, тупо сюда поставить его и все. И у нас получается вот так, вот так, вот так. Других вариантов у нас нет. У нас три плантфуда. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, так должно прокатить. Видите, секрет в чем? Да, они просто прожариваются и все. По факту. Да, вот с орехами придется подумать. Что делать, потому что орехи, конечно, нам будут давать просираться. Вот если бы я сейчас не поставил этих чуваков, ну давай одного, пусть он там поэта. То было бы плохо, потому что куры, они очень быстро жрут. Очень быстро жрут. Они буквально выжирают. То есть они уже бы орешник бы сожрали только так. Уже бы у нас ничего бы не было. А так двойные, видишь, выруливают этих чуваков, уберись. Ну что, будем пока увеличивать. Пусть пока там солнышко это гоняет толстяков. А так, в принципе, мы пока что живем. Хорошо, хорошо продавливает, пока неплохо, но правда. Я переживаю, что сейчас нам. Да, надо было все-таки, наверное, оставлять деньги. Блин, снизу сейчас пойдут мудаки, да? Ну да. Я вот так, наверное, сделаю. Одного прожрали, суки. У нас в итоге всего три их. Давай, сдохни, падла. Ну, у нас там их еще будет сейчас еще больше. Представляешь, какая херня. Мы вообще тут разревать сейчас будем. И толстяков некому убить. О-о-о. Все. Пошла. Huge Wave. Это еще не последняя даже, представляете? Нас тупо всех сожрали. И все. Ну вот они и сожрали все. Ну понятно, понятно. Видите, не получилось. Что, нельзя сразу ретрай? Курица сожрала. Угу. Ни одного прокачанного растения, видите, не было. В принципе, можно вообще тут забить хер на обратных. Ну, блин, обратные они, конечно, тут... Нахрена я тут этушнего поставил? В принципе, этих курей мочат еще вот эти чуваки. Можно попробовать второй вариант. Давайте попробуем. Ну, то есть, как делается? Вот эти чуваки вот так ставятся везде, чтобы их не прожрали. Вообще бы их еще бустануть, это вообще, конечно, классно было бы. Вот, а вот эта херня курей мочит только так. И все, и курей нет. Но нам же как-то еще надо убивать. И обратных надо как-то. Ну, обратных мы можем вот так убивать.
То есть, ну тут я запарюсь просто их двигать, конечно. Но что есть, то есть. Хотя бы так. Ну, это очень такой тухлый вариант. Но, тем не менее, варианты есть. Давайте попробуем. Можно даже ускорить, но ладно, посмотрим. Мне кажется, тухленький вариант. Нам нужно этих отстреливать. А если их будет двое, опять же, да? И что делать с двумя? Это еще даже половина не прошла. Куры сразу дохнут, это видно. В принципе, эти шалопеты тоже. О! Че, проскочила курица? Ну все, пипец. Курица проскочила. Пожрала нам орех просто в хлам. А, тут вариантов теперь нет. Тут только так. Видишь, уже грустненький совсем. Дадим ему немножечко. Вот он совсем грустняшка был. Ой, тут тоже придется, да, усилять. Блин, тут сейчас будет летунов. Мы просто прозреем сколько. Давай, раз, убил, 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 есть. Убил. Убил, есть. Сука, а, зато не сожрал. Так, что тут у нас еще? Блин, у нас тут два прожорливых. А, нахер на них. Пока что мы на них кладем большой хер. Потому что, блин. Да сдохни ты. В принципе, на того тоже можно. Ага, хер ты на него положишь. Ну ладно. Давай среднюю линию прожрем, так уж и быть. Вариантов не было, вообще сожрали, и тогда уже до свидания. Final Wave, кстати говоря. Так что мы тут еще можем затащить. Но, мне кажется, нет. Мне кажется, сейчас либо сейчас всех этих сожрут, либо ланмоверы мы все потеряем. Они просто их прожирают в хламину. Для этого мы можем вообще оставить на него хер забить. Он наверх туда пришел, он иди, куда шел. А, он отвалился сам. Че он сам отвалился, непонятно. На этот, что ли? Непонятно. Фу. Я, если честно, думал, что не прокатится. Потому что очень сомнительно было. Но я даже не использовал дополнительных этих всяких плюшечек. Да. Аж пальцы вспотели. Так, ну что, 20-й левел. Блин, это ж... Мы, кстати, 18-й уровень-то прошли с запрещенным растением. В смысле, нам должны были его дать после этого уровня. Ну ладно.
Так, что тут вот здесь, да? Скорость увеличим. Там мы уже проходили. Ну тут, видите, вообще жопа, да? Но зато везде можно их двигать. Что, нам орех? Орехи надо, кстати, подальше ставить. Давай где-нибудь тут, что ли. Все равно ближе не поставишь. Да, вот так. Ох, нихера себе. И чё? Я её поставлю, но они-то пойдут сразу. Я уже пройденный, скорость уменьшим, а то я тут не успею это все сделать. А чё это? А, это был без шапки. Да. Ну, как-то пока так. Кажется, даже зря я им орех отдал. Надо было его где-то тут выставлять. И чё, и на кого его тратить? Ну ладно, давай на этого. Ага, на этого. На вот этого. Этот сдохнет, а этот хрен. Да, все-таки придется на него потратить. Потому что у нас один атакующий, видите. Вариантов-то других не вижу я. Орех у нас вообще пожранный уже. Осталось от него. Ни хрена не осталось. Ну, двойной пешутер дали. Двойной. Ну, пока мы его подальше поставим. Пытаться хоть что-то сделать. Давай, наверное, притормозим этих чуваков. Они тут сильно. Ага, все, притормозили чуток. Интересно, успеет он его, этот нижний. Угу. Ну тут понятно, что тут первый пойдет этот, на него мы сюда поставим эту. Мы можем даже сюда поставить. Остальных, в принципе, распинать вручную. Да, сюда сейчас мы ее поставим. Здесь он пойдет. Здесь никого не будет, можно пока не париться. Можно вообще оставить на этого, да? Хер забить. Может, правда хер забить? Ну, попробовать забить. Не, наверное, не при... не получится. Забить хер не получится. О! Ну да, конечно. Ну давайте здесь, что ли, я не знаю, наверное, здесь лучше. Чё тут кто где? Этого сюда. Пока что мы... Короче, пусть пока притормозит там. Зажрёт нашего мелкого, потому что он пока нам только мешает. Угу, хватит жрать.
Давай еще. И еще. Че, это не все? Борзел. Мелкий еще пригодится, поэтому я его решил оставить. Потому что чувствую, сейчас какая-то придет жопа. Хотя, конечно, можно было и скормить. Еще один двойной, да? Так, вот здесь снизу, давай этого сюда сразу. Двойной, это по-любому вот так пойдет все это дело. Вообще надо сразу их вниз нахрен всех. А этого мы пока притормозим и на кормежку оставим этому парню. Оставь мой орех покоя. Ой, еще один двойной. Вот тут целых три, да? Ладно, разберемся. По пути уже. Примерно так. Ну, они думали, что типа у меня сейчас не должно остаться ореха, по идее. Тут орех, видите, сейчас... Ну, я его отправлю все-таки. Ну, по идее, тут ореха вот типа нету. Вот выигрывается так. Типа такого. Можно еще вот так, вот так. Финальная. Опа, опа, опа. Как все печальненько-то. Нам нужно вот здесь. А у нас еще этот, да? Блин. А где жиробас? Жиробас это по двум линиям будут идти. Чем на верхней линии больше жиробасов. И тут, короче, ну, в принципе, можно, не знаю, можно выкопать. Но не хотелось бы выкапывать. Вот надо подумать, кстати. По всем трем линиям будут идти. Ну, в принципе, эти их, может, успеют как-нибудь отгрести. В принципе, остальных прекрасно могу потом распинать. Они там довольно шляпошные. Да, я, наверное, выкопаю. Вот это вот здесь. Да. Остальных я полностью. Конечно, по прям линиям идут. Ну и все, теперь надо жиробасов валить. По-жесткому. Боюсь, что придется, наверное. Пришлось использовать, потому что тютелька в тютельку я не попал. Ну и хер с ним. Пришлось. Хотя, может быть, и успел бы тютелька в тютельку. Я решил не рисковать. New Quest. Давайте посмотрим. А, ну вот, пожалуйста, Jurassic Imp нам дали, пожалуйста, играйте за 4 часа, да? Да. Ну, мы отдельное видео сделаем, Epic Quest, рискую за Gold Bloom, пойдем по Gold, за Gold Bloom. Прогуляемся. Так, а сегодня мы проходим, как и обещали. Нас тут осталось еще недолго. Так, 24-й. И потом босец.
О, не, Survive Protect это неинтересно. Это ж то же самое все. Давайте, босец. Exit. Тем более мы по таймлайну уже не прокатываем. Нам надо уже босса валить пора. Здесь нам ничего не дадут. Хорошего. Да и плохого, надеюсь, дадут. Ну, в плане, выбирать нам не дают на боссах. Боссы это такие. Мне, кстати, вот обидно то, что на боссах они сделали такую хрень. Что нельзя самому выбирать. То есть, по факту, вот тебе дали растение и проходи. Это я, наверное, погорячился. Ну ладно. Бывает. Сюда, холодильник, еще одного сюда. Самые выгодные чуваки. Потому что когда никого нет, они просто гасят его. Просто гасят в хлам. Очень выгодные, очень-очень выгодные точки. Пока не будем никого ставить. Из-за того, что он примороженный, он тупит просто жестко, видите? Он медленно себя ведет. Поэтому я просто ни хрена не делаю. Жду, пока мне... А нет. Пока еще какие-то варианты тут есть. Оставлять они хотя бы пользу нет приносят. Чик. О, блин, заморозчиков сейчас уберут. Представляешь? Ну ничего, не в первый раз. Оп, спрятать успел. Успел припрятать. Все, фазу поменял, сейчас будет злой. Товарищ поменял фазу. Блин, надо эту молнию. Срочно. Чем больше молний, тем лучше. Блин, запарил. Разбивает моих всех. Разбивал, сука. Видишь, какая тварь. Давай тогда так. А тебе еще так. Мы всех приморозим через этих, через морозильника, что ли. Доел он мне своими заморочками. Блин, они такие здоровые. Нихера за ними не видно. Вниз. Просто тупо нихера не вижу. Вот вообще нихера не вижу. Ставлю. Куда поставилась, туда и поставилась. То есть вообще не могу понять, что происходит. Где? Вообще вот нихрена за них не видно. Ну, раздавил всех. Скотина. Ну, тут я никого спрятать не могу, поэтому извиняйте. Все, что есть, все мое, как говорится. Блин, еще одного сейчас за морозильника умрет. Никто моего этого не сажал, сука. Блин, я зря выкопал.
слишком места занимает, поэтому я его на место. Ну, тут уже осталась херня. Одну мы потеряли газонокосилочку. По факту. Ну, я пока что тут поставлю. Мало ли. Конечно, вряд ли, но... Чего не убьют? Он уже все, сдох. Да. Вот такой вот босс. Вот такой вот босс. Так что спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И все. Всего хорошего. Всего пока. Да, всем пока. Подписывайтесь.